ученики пятых классов, здравствуйте! Мы продолжаем изучать ОБЖ. Сегодня у нас видеоурок 23. Начинаем новую главу учебника, седьмую. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. Тема 23-го видеоурока о здоровом образе жизни. Три вопроса рассмотрим. Здоровье первый, второй понятие здорового образа жизни, третий режим. Итак, приступим. По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние полного физического, душевного, духовного и социального благополучия. То есть это не только отсутствие болезней и физических дефектов здоровья, а это состояние, во-первых, физического, во-вторых, душевного, в-третьих, духовного и, в-третьих, в-четвертых, социального благополучия. Здоровье тесно связано с вашей повседневной жизнедеятельностью, а значит и личной безопасностью. От того, как вы организуете свою жизнедеятельность, зависит ваше благополучие и здоровье. Каждому хочется быть сильным, ловким, быстрым, выносливым, быть умным и грамотным, эрудированным. Каждому хочется, чтобы к нему с пониманием относились и учителя, и знакомые, и сверстники, и родители. То есть, чтобы его, по сути, уважали как человека. Все это зависит, в первую очередь, от образа жизни. От желания и стремления достичь задуманного. И на пути к этому важное есть явление, как здоровый образ жизни или ЗОЖ. Давай же определимся, что такое ЗОЖ. Итак, здоровый образ жизни – это образ жизни, способствующий профилактике заболеваний, повреждений и обеспечению благополучия. Он обеспечивает ЗОЖ каждому человеку, хорошее настроение, хорошее самочувствие, желание заниматься умственным и физическим трудом, высокую физическую и умственную работоспособность. У человека, ведущего здоровый образ жизни, всегда хороший аппетит, крепкий сон, хорошее комфортное настроение. Мы рассмотрим некоторые составляющие здорового образа жизни, наиболее необходимые в любом возрасте, особенно в юношеском. Это режим дня, это двигательная активность и закаливание организма, рациональное питание и профилактика, а лучше всего отсутствие вредных привычек. Первая составляющая здорового образа жизни определяется умением правильно распределять свое время, планировать свой режим дня. Человек постоянно распределяет свое время. Частично по индивидуальному плану, частично в зависимости от общественно необходимой деятельности. Так, например, режим жизнедеятельности школьника определен учебным планом занятий в школе. У военнослужащих это распорядок дня, утвержденный командиром воинской части, а режим работающего человека – это начало и окончание рабочего дня. Итак, режим. Это установленный распорядок жизни человека, который включает в себя труд, питание, отдых и сон. Режим жизнедеятельности школьника всецело подчинен учебе. Школьник живет в определенном ритме. Он должен в определенное время вставать, идти в школу, выполнять домашние задания, питаться, отдыхать, играть, спать. И это неудивительно, так как и в природе все процессы подчинены в той или иной степени строгому ритму. Времена года чередуются, чередуется время суток, ночь сменяет день, день снова приходит на смену ночи. То есть ритмичность – это один из законов жизни и одна из основ существования всего, в том числе и трудовой деятельности человека. Правильное сочетание умственной и физической работы, чередование нагрузок, отдыха, является основой высокой работоспособности и служит хорошей успеваемости при учебе в школе. При этом необходимо помнить, что человек устает не тогда, когда много работает, а когда плохо организует свою работу.
учебную, домашнюю нагрузку, занятия физической культурой, спортом следует равномерно распределять, обеспечивая правильное чередование умственной и физической работы. И каждый день, и каждую неделю, и месяц. Планируя свою нагрузку, необходимо помнить об отдыхе. Что же есть отдых? На отдых следует выделять столько времени, сколько понадобится, чтобы полностью восстановить свои силы, восстановить хорошее настроение и работоспособность. Отдыхать должны и после школы, и перед выполнением домашних заданий, да даже перед едой необходим небольшой отдых. Такой отдых должен предшествовать каждому новому виду работы или занятий. К важнейшему виду ежедневного отдыха относится сон. Без нормального сна немыслимо поддержание и сохранение здоровья. Сон способствует нормальной деятельности нервной системы. Недосып, то недосыпание, особенно систематическое, ведет к переутомлению, к истощению нервной системы, к заболеваниям, особенно хроническим. Сон нельзя заменить ничем, он не компенсируется. Соблюдение режима сна – основа здорового образа жизни. Чтобы быть здоровым и работоспособным, необходимо выработать привычку ложиться спать и вставать в одно и то же время. Спать лучше всего ложиться около 21 часа, то есть 9 часов вечера. На ночь не следует смотреть слишком эмоциональные телепередачи или в интернете, в ютубе что-то такое вот возбуждающее. Лучше почитать хорошую книгу, послушать спокойную музыку. После приготовления домашних заданий перед ужином желательно погулять, заняться физической культурой или работой на свежем воздухе, принять теплый душ, а ужин необходимо закончить за 2 часа, это минимум, до сна. Это основное условие для крепкого сна. Итак, общие правила таковы. Составляя режим дня, необходимо учитывать в первую очередь учебные занятия и приготовление домашних заданий. Индивидуальный режим необходимо согласовать с режимом жизнедеятельности вашей семьи, учитывая время прихода с работы отца и матери, то есть родителей. В режиме обязательно предусматривается ночной сон не менее 9 часов для подростка. Режим не может быть раз и навсегда установлен. Его надо корректировать, исправлять, дополнять. То есть изменять в зависимости от обстановки в семье, от появления новых увлечений и занятий. Главное, принцип равномерного распределения времени на нагрузку и отдых должен соблюдаться всегда. Задание на дом. Ответить на 3 коротких вопроса. Выучить эти ответы наизусть. Почему на уроках основ безопасности жизнедеятельности изучается здоровый образ жизни? Изложите свою точку зрения письменно. Второй. Дайте свое определение здоровому образу жизни. Третий. Сравнить свой образ жизни с рекомендуемым режимом дня. В чем сходство и различия? Спасибо за внимание. На следующем занятии, на следующем видеоуроке мы с вами изучим тему «Двигательная активность и закаливание организма». До свидания!